Хочу начать с последних известий. Сегодня, как стало известно от фильма с участием Андрея Тюняева, у нас частота Шумана вообще исчезла. Это очень настораживает. У нас она до этого все время росла. Причем нам говорили, что растет сама частота, в действительности появлялись у нее просто новые, более высокие гармоники. Эта частота Шумана, которая там 7,4 с копейками равна, она, в общем-то, связана с тета-ритмом. Тета-ритм – это ритм мозга, который вызывает у человека сон. И, собственно говоря, мы знаем, что во сне происходит у нас синхронизация всех органов и восстановление. И вот когда началось вот это явление повышения частоты, интернет и блогеры все были забиты информацией о том, что частота растет, низкочастотные люди должны покинуть Землю. И, в общем-то, воспринималось это как нечто положительное явление. В действительности, если у нас есть синхронизирующая частота, и если она изменяется, то системы, настроенные на нее, они выходят из строя. Они рассинхронизируются, и в конце концов, в общем-то, ломаются. Ну, это и в электронике, и в радиофизике это известный факт. Но и, в принципе, в биологии это то же самое. И теперь она вдруг исчезла. Недавно пришла информация, что в ближайшее время, названы конкретные, что это будет сентябрь, у нас всех людей ликвидируют. И космическая коалиция, к которой мы обращались с призывом о помощи, в общем-то, дала добро на уничтожение человечества. И теперь становится понятным, и те взрывы в космосе, в нашей Солнечной системе, когда уничтожали планеты, и уничтожение всех обсерваторий на Земле, и запрещение уроков астрономии, чтобы люди не знали ничего про космос, и внедрение опять вторично уже в истории человечества, внедрение плоской Земли и со всех с репродукторов, с телевизора, отовсюду шла активная информация по поводу того, что инопланетян нет, скорости Божьего света, понятно, тоже нет, что Земля плоская, Солнце лампочка, ну и другая чушь, причем люди со степенями начинали говорить такие вещи. Понятно, что их купили. Купила та закулиса, которая подчинена, как мы думали, в общем-то, захватчикам, но в действительности захватчики и космическая коалиция, которая делала к нам обращение, это все одно и то же. И поэтому нас из условно разумных перевели в неразумные. А неразумных можно ликвидировать. И поэтому сейчас, когда исчезла частота синхронизирующая, и когда она снова включится, а она включится, мы будем выключены. В том сообщении было сказано, что они пустят газ усыпляющий, но в действительности будет пущена частота, которая нас синхронизировала. И поскольку мы все
оказались рассинхронизированы, значит, мы просто вырубимся, мы просто уснем. И с нами можно делать, что хочешь. И вот в связи с этим хотелось бы, конечно, обратиться к тем, кто за этим стоит, и те, которые, в общем-то, рождены на Земле, и которые думают, что они войдут в этот золотой миллиард, никакого золотого миллиарда не будет. Будут уничтожены все, потому что все, кто живет здесь на Земле и будет подвергнут этой чистоте, они просто уснут. То есть, а разбираться те, которые собираются нас убрать с Земли, никто не будет. Вы точно так же погибнете. И то, что вы там строили, перевозили там Израиль, вооружали там фашистские организации, чтобы устроить резню, это все, никого это колыхать не будет. Убьют всех. И то, что нам все время рассказывали про какой-то переход в пятое, там, четвертое, ну, кто что гораздо, измерение, это в действительности переход на тот свет. И то, что они защищают Землю, да, они нас не обманывали, они защищают Землю, но не человечество, потому что они защищают Землю от человечества, которое якобы ее загаживает. А в действительности нам ничего ведь не дают делать для того, чтобы Землю освободить от того же самого мусора. Всем, кто занимается подобными проблемами, дают по рукам. Ну и сейчас, когда они, в общем-то, убедили, ну, не столько, так сказать, разумный космос, сколько самих себя, что человечество неразумно, потому что сделали ставку на авторитетных научных сотрудников, они заставили НАСА говорить о том, что не было никаких космических путешествий, что не было высадки на Луну людей. И фактически, опять же, доказывают, что человечество неразумно. Причем ведь они же говорят о том, что эти все программы только для того, чтобы правительство перевело деньги, а никаких исследований космоса не было. Это опять все для космоса, говорится, для разумного космоса. Поэтому сегодня мы приняли решение обратиться не к космической коалиции, а обратиться к Галактической Федерации. Коалиция – это, в принципе, какие-то конфедерации, входящие в федерацию структуры, но которые претендуют на Землю. Они сделали и третье обращение. Кстати говоря, с некоторыми, так сказать, натяжками. Единственное, кто сделал правильно к нам обращение, это было четвертое обращение. Это как раз касалось нашей Галактической Федерации. Но поскольку мы все зациклились на космической коалиции, получилось, что мы были обмануты. И мы сейчас подготовили обращение, оно короткое, и причем сделано в стихах, для того, чтобы начать читать каждый час, потому что у нас дней осталось немножко, до того момента, когда нас всех выключат. Чтобы этого не произошло. И космическая федерация, галактическая федерация должна вмешаться в дела Земли и не передавать ни в коем случае им вот эти все чудеса света, которые были созданы нашими предками, и прежде всего Логос, который они хотят все эксплуатировать и долго не могли захватить Землю только потому, что они не могли создать удачных клонов. Первые создали сириусяне, но теперь и все остальные подтянулись, которые хотят, в общем-то,
здесь на Земле рулить, и не только на Земле, но и в космосе, потому что Логос является главной целью этой коалиции. Поэтому я призываю всех и тех людей, которые по определению должны были быть уничтожены, и тех, которые думают, что они останутся в живых. Но в живых я уже повторил, говорил и повторяю, что никто не останется. Конечно, те 5% инопланетян, в основном рептилий, смешанных с людьми, могут рассчитывать, хотя они, в общем-то, уже сыграли свою роль и, в принципе, тоже не нужны. Ну и вы сами знаете, что обычно делают с предателями, потому что вы и не люди, и вы не они, вы им не нужны. На Земле, если вы сохранитесь, да, у вас будет статус, как, в принципе, и у всех наций и видов разумных существ, которые у нас живут на Земле. Но если вы будете с ними, вам, в общем-то, не жить. Поэтому подумайте и, может быть, поможете, наоборот, человечеству сохраниться. Тогда сохранитесь вы.